Мы же вам говорили, будут машины. Будут машины. Машин у нас от дилеров нет, потому что дилеры, это вообще интересный товарищ, у нас вообще баранов очень много. Вот, дилеры не имеют машин, они берут московские машины и продают их в своих этих вот центрах дивных. Но рано или поздно все будет так же, как в Америке. То есть дилерский центр в Америке — это не заведение о нескольких тысячах квадратных метров, это достаточно небольшое такое помещение, вот, в принципе, как два управляющих, может быть, четыре блока на центральной городской ярмарке, откуда мы эту машину взяли. И все, машинки стоят на улице, ну, кодон под навесом их держит. То есть не важно, сколько у тебя машин и их наличие, важно, как ты умеешь их продавать. То есть намек дилерам. Ладно, у нас остался только Уралавто, ну, кто показывает нам машинки. И у нас есть, естественно, центральная городская ярмарка, и там этих машинок вагон. И мы вас будем ими кормить, но тут есть маленькое но. Вот, больше слащавых таких и немножко туповатых сюжетов вы не увидите, вы увидите нужную информацию, которую вы раньше не слышали, потому что благодаря английскому языку и Википедии, вот, скоро я еще планшетчик куплю, мне вообще суфлер не нужен будет. Естественно, английскому языку я много чего расскажу. Итак, сегодня мы показываем вам Volkswagen Golf 5-го поколения. Volkswagen Golf – автомобиль, который младше меня ровно на год. То есть в 1974 году появилось первое поколение Golf. Естественно, машина предназначена и для Америки, и в Америке Golf вы не найдете, там это Rabbit, кролик. Вот. И модификации потом уже появившиеся на базе Гольфа 4-го. Это Бора, это Джетта. Ну, Бора и для Европы, то есть не хэтчбэк. Гольф классический — это хэтчбэк. А седан — это Бора и Джетта. То есть, ну, понятно все, да? Двигатели этих машин имели различные модификации. Данный конкретно двигатель 1.6. Вот. Что касается этой версии, это пятая версия. Машина 2008 года выпуска, имеет несколько преимуществ, о которых я попозднее расскажу. Что еще из истории Volkswagen Golf? Ну, во-первых, машина чрезвычайно распространенная, их наштамповали даже 25 миллионов штук. То есть, ну, представляете, да? То есть две Москвы ездили бы, причем каждый житель Москвы ездил бы на Volkswagen. То есть так нормально, чуть-чуть ездить Volkswagen. Volkswagen Golf пришел на замену этому замечательному жуку с воздушным охлаждением и по мере развития имел очень много модификаций. В основном, конечно, это переднеприводная версия, но потом вот появились и полноприводные, вот, и двигатели. Так вот, когда меня обгоняет GT-Line и Volkswagen с двухлитровым турбованным двигателем от 200 лошадиных сил, я скажу, что это, пацаны, но если вы хотите, то вы возьмите себе Rabbit 2.5, пятицилиндрового, с правильным американским двигателем. То есть на каждый горшок должно быть по 0.5. Ну, все нормально. 0.5, все по 0.5, разливаем и пьем, в смысле, ездим дальше опять. Вот. Машина, чем мне нравится, ну, тем, что очень скоро это будет совершенно другой автомобиль. А чем мне нравится? Ну, я ненавижу хэтчбеки. Ну, что поделать, мне седан подавай. Вот. Из недостатков этого автомобиля, но вот заточенные под спортивные сиденья, я немножко люблю более комфортную езду. И отсутствие переднего ряда сидений. То есть с моим Ford Taurus, извините, сравниться очень сложно. В остальном же хорошая компактная машинка, хотя с такими приличными аппетитами. Бензин она любит, зато и гоняет быстро. Этот автомобиль нафарширован по самые не балуйся. Вот только 2-литрового турбодвигателя здесь нету. Но у него преимущества какие у этого автомобиля? Он уже не гарантийный. Вот, то есть вы ставите ГБОшку и уже катаетесь, и не платите денег за бензин. Вот. Я опять же полазил. Сейчас совсем будет сложно всем тем, кто зарабатывает на запчастях. Дело в том, что приобретя этот автомобиль, вы не попадаете даже на деньги в случае ДТП. То есть, хотите узнать, сколько стоит радиатор на Volkswagen Golf? Ну, держитесь. Если вы заплатили больше, чем $100, это вы зря сделали. Сколько стоит капот, как вы думаете? От 70 до $150. Так, стартер, если навернулся, $80. Конечно,
И если вы с этими ценами придете к нашим продавцам, которым я сейчас потихоньку бошку буду откручивать, вот, они вам скажут, что мы не можем. Тогда приходите ко мне. В конце каждой телевизионной передачи есть мой телефон. Я сейчас фирмочку открываю для промывания мозгов вам всем. Ну, в смысле, мозгов загаженным этими продавцами. То есть мы спокойненько посидим с вами 10 минут. За 10 минут я вам все расскажу. Найду лекарства, найду все что угодно. Ну и, в общем-то, это все 100 рублей стоит. Хотите, я вам закажу запчасти. Я не буду зарабатывать с каждой запчасти. Ну, зачем вам? Я вам просто помогу. Ну, 1000 рублей, что-то много надо, что ли. Заведем PayPal, там, аккаунты. Проведу вас, за ручку покажу. Ну, вот так вот как-то. Где машины представлены? На центральной городской ярмарке, естественно, много там машин. Мы будем показывать и каждую неделю кормить вас новыми. То есть на моем канале на YouTube, представляете, сколько машин сейчас будет? На ЦГ много машин, а там будет больше еще. Так, и хотел бы я купить такую машину. Да, я бы купил такую машину через 2 года. Дело в том, что история электромобилей на базе Golf, она... такова же, какова и судьба этих автомобилей. То есть она начинается с 1974 года. То есть в 1974 году Гольф вышел, и его сразу же поставили на электротягу. Не знали? Ну, естественно, что же. Вот. Потом были различные модификации, двигатели усиливались, аккумуляторы менялись с обычных свинцовых на никель-кадмиевые, сейчас литий-ионные. И Ангела Меркель, видать, после Олимпиады в Сочи, ну, чтобы мы не расслаблялись, в смысле, пока-то все нормально будет. Так вот, в 2014 году выйдет Volkswagen Blue Emotion, электромобильчик. И вот тогда Гольф будет моим автомобилем. А до этого, ну, я пока поезжу на своих газовых. Кикец России. Ну, конечно же, не кикец России. Дело в том, что пока у нас есть государственный оборонзаказ, можно ездить и на таких автомобилях. То есть, ну, будем вооружаться. Тем более, ну, печальный пример Ливии там и всяких остальных государств, которые чересчур поиграли в демократию, нам очевиден.